несколько цехов, свои начальники и даже склад технического контроля. Одна из аудиторий педколледжа на один вечер превратилась в мини-фабрику. Задача – оформить шоколад в технике скраббукинг. В основе шоколадницы не обычная коробочка, а вот такой объемный конверт по размеру стандартной шоколадной плитки. Когда база готова, начинается полет фантазии. Картон, ленты и всевозможные украшения превращаются в необычную упаковку. Она сама по себе оригинальный подарок. Такие шоколадницы, я думаю, может сделать любой человек, любой ребенок. Я думаю, лет так от 6. Родителям это тоже на заметку, как вот изготовить в интернете. Я думаю, вот таких вот идей масса. Ольга Савастьянова – давний друг педколледжа, а в этом году в благотворительном конкурсе, объявленном депутатом, учреждение одержало победу и стало обладателем гранта. Теперь здесь развивается клуб рукоделия, возрождаются былые традиции. Мы все своими руками делали, в общем, и шили. И у меня даже, кстати, была дома целая квартира, сделана из картона, все комнаты, вся мебель, стульчики, книжные шкафы, все это было сделано руками. Студенты создавали клуб в учебных целях, не хватало часов практики. Теперь поделки не только дарят, но и реализуют на городских ярмарках. В арсенале сотни идей. Подсвечники, игольницы, всевозможные композиции и сувениры. Все хендмейд, все с душой. Сделали мы ее для своего преподавателя. В честь Нового года, как подарок. Это работа из шоколадок. Самые подручные элементарные материалы в ней используются. Ленты, вата, елочка из бумаги и сверху инеем искусственным побрызгали. Очень приятный, милый подарок, я думаю, по душе будет любому человеку. На фабрике подарков трудятся и активисты Народного фронта. Говорят, пришли за опытом. К Новому году молодежное крыло общественного движения проводит акции и мастер-классы. А благодаря студентам пополняет копилку идей. В рамках всероссийской акции «Класс доброты» молодежка Республики Коми и проводит очень много мастер-классов с детскими домами, со школами в отдаленных районах Республики Коми. Могу сказать, что недавно мы проводили мастер-класс в городе Печоре и в районах, в поселках, которые есть рядом. По задумке подарки достанутся юным жителям отдаленных поселков. Акция охватит 12 районов республики. Среди участников в основном иногородние студенты. Они и доставят посылки адресатам, когда поедут на каникулы домой. Затем каждый поделится снимком с обладателем подарка. Увидеть фотоотчет можно будет в соцсети по хэштегу «Добрый Новый год в каждый дом». Мы постарались посмотреть тех детей, которые являются гордостью. Гордостью поселка, гордостью населенного пункта, гордостью данного города. И очень важно, что они не просто будут их поздравлять, принесут те подарки, которые мы сегодня делали своими руками. И мне кажется, это передать с этим подарком свое отношение и свое тепло. Друг друга участники акции тоже поздравили. Студентам сладкие подарки, высокому гостю хендмейд презент – чайное панно. Им Ольга Савастьянова обещала украсить свой новогодний стол. С Новым годом! Таисия Жакова, Иван Богомолов, телеканал «Юрган», Сыктывкар.